Здравия желаю. Сегодня никто не верит, что энергия может возвращаться назад. Почему она возвращается? Из-за того, что, значит, туда, куда она идет, тот предмет тоже, значит, вырабатывает энергию. Электроприбор, лампочка, там, двигатель, батарейки и так далее. Они тоже вырабатывают энергию. Об этом забыли. Считают, что они ничего не вырабатывают. Вот сейчас мы посмотрим. Вот идет зарядка ионисторов. Видите? Сейчас покажу. Видите, раз. Заряд пошел назад, заряд пошел назад, заряд пошел назад. То есть заряд ионисторов равен заряду вот этому. И поэтому так и выходит. Ну, это я вчера показывал. Это просто я сегодня показываю вот на приборах, видите? Скачет. Так. И вот на этом сейчас посмотрите. Поэтому счетчик и стоит. Так как оно также и здесь возвращается. Вперед. Лишнюю-то она подала, потом назад. И вот здесь вы тоже это увидите все. Вот смотрите, видите, ноль, вот ноль, один, два, две сотых, три сотых, четыре сотых, опять ноль, четыре сотых, ноль, четыре сотых, ноль. То есть заряд дала и вернулась. Я вчера показывал как-то на схеме, сейчас еще покажу. Потому что все равно спрашивают. Сейчас зарисуем это все. Вот это черным, чтобы видно было. Значит, вот у нас эти ионисторы. Пять штук вот тут. Раз. Два, три, четыре, и тут вот пять. Вот проводки с них, они соединены последовательно, вот так. И проводки. Один провод, плюс и минус. А вот выпрямитель. 50 ватт. Вот он. 50 ватт. 50 ватт на максимум. Максимум. 12 вольт. Что происходит? Пошел заряд сюда. Вот стрелка. Пошел. Пошел, пошел. А когда он сюда пошел, тут нагрелось. Тут же нагрев идет. И заряды сравнялись. Вот отсюда пошел тоже ток. Сравнялись вот тут ноль. Ноль. Стало ноль. То есть потребления, видите, нет. А что дальше? А дальше-то заряд сюда прошел, но здесь-то больше неоткуда ему брать. Значит, он остыл, и этот опять пошел. Отсюда-то, здесь остыл, здесь стал меньше. Отсюда горячее, тут опять пошло. И так вот это беспрерывно идет. Вот это и
показано на вольтметре, это вы видите. Видите, 2,93. И на этом самом то же самое показано. На амперметре. А счетчик, значит, чуть вперед идет. Чуть вперед. И потом назад. Так как там тоже же пошел ток горячий. А когда отсюда не берет уже ток с этого, с выпрямителя, значит, тот горячий пошел к холодному назад. Что тут непонятного? Никакие теории, они не работают нифига. Вот тут вот работает, видно все. На ихних приборах. Пускай они не точные, но все равно они показывают разницу. То есть вот беря этот принцип, надо разрабатывать дальше это все. Думать дальше. Как это все усилить? Чтобы заряжать быстрее, чтобы заряжать больше. Это уже дело техники, как говорится. Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья и благополучия. Враг будет разбит, и победа будет за нами.